10 декабря 2021 года кафедра этики провела 16-й общеуниверситетский коллоквиум «Социальная ответственность как жизненная ценность РУДН» в рамках лектория кафедры этики проблемы нравственности в современном обществе. Сегодня кафедра этики проводит уже 16-й общеуниверситетский коллоквиум. В рамках лектория кафедры «Проблемы нравственности в современном обществе». Нужно обратиться к миссии Российского университета дружбы народов, которая звучит так, объединяя знанием людей разных культур, РУДН формирует лидеров, которые делают мир лучше. РУДН воспитывает лидеров. И процесс обучения в университете, он идет вкупе с процессом воспитания. И целью нашего университета является выпуск студентов высокопрофессиональных, то есть это профессионалы своего дела, и высоконравственных студентов. А у нас обучаются студенты из 160 стран мира. И это люди, которые займут высокое положение в различных государствах мира, высокие должности, они будут у руля государства. Но и социальная ответственность перед народом, государством, в профессии. И тем более очень вот важно, чтобы действительно выходили профессионалы, высокоморальные профессионалы в связи с размытостью нравственных ценностей в современном мире. Вот РУДН ставит себе такую задачу. С одной стороны, профессионалы, но это высокоморальные профессионалы. И если такие люди будут, это наши выпускники, то мир будет гуманнее. Мир будет лучше, и им будут править, у руля стоять высоко профессиональные люди и в то же время высоко нравственные. Сегодня проходит общеуниверситетский коллоквиум на тему «Социальная ответственность», и ребята с разных факультетов и институтов рассказывают о социальной ответственности представителей своих профессий. Я думаю, это очень интересное мероприятие, позволяющее узнать много нового о ранее неизвестных нам гранях работы тех или иных профессионалов. Участвуя в 16-м коллоквиуме кафедры этики, очень хотелось бы сказать такие вещи, как что этика очень нужна в нашем обществе. Без нее невозможно себе представить нашу жизнь. В особенности, представляя юридический институт, хочется сказать о профессии юриста. В этой профессии немыслимо свое представление без этики. Начиная с самых различных ее специальностей – адвокатура, прокуратура, суды, нотариат, различные другие аспекты. Мы должны помнить о том, что этика очень важна в нашей жизни, что без нее невозможна та гармония между обществом и государством, которая она имеет и будет являться. Сегодня у нас коллоквиум на тему социальной ответственности. Мы будем рассказывать о социальной ответственности врача, поскольку это очень важная тема, и университет уделяет большое внимание, так как для хорошего специалиста важны не только профессиональные, высокие профессиональные навыки, но также и достаточный уровень ответственности перед пациентом. Поэтому мы уделяем этой теме большое внимание и рады выступить сегодня здесь, подняв такой важный вопрос. Сегодня мы проводим мероприятие по одной из 5 ключевых ценностей Российского университета дружбы народов – социальной ответственности. Можно сказать, что кафедра этики во всех читаемых курсах этической направленности уделяет большое внимание именно этой категории. Ответственность в целом и социальная ответственность как ее очень важное проявление связано с тем, что человек осознанно подходит к своим поступкам и заключается в том, что человек продумывает последствия своих поступков. Подобные мероприятия, как сегодня, заставляют, побуждают студентов задуматься о значимости данных категорий и принципа социальной ответственности в их жизни. И многие студенты, будучи докладчиками, а некоторые другие, которые придут слушателями, более глубоко задумаются и, может быть, будут использовать еще данные знания в своих научных и творческих дальнейших работах.
участники коллоквиума кафедры этики, представляющие факультеты гуманитарных и социальных наук, экономический, физико-математических и естественных наук, а также юридические и медицинские институты, в своих докладах раскрыли смысл понятия социальной ответственности как одной из пяти жизненных ценностей РУДН, наряду с такими ценностями, как дружба народов, профессионализм, академическая и интеллектуальная свобода и исследовательская культура. Во вступительном слове декан факультета гуманитарных и социальных наук, заведующий кафедрой этики профессор Владимир Анатольевич Цвык особо подчеркнул, что наши выпускники занимают высокие государственные посты и руководящие должности в организациях во многих государствах мира. И от их профессионализма, развитой социальной ответственности, во многом зависит будущее мира. По окончании коллоквиума докладчики были награждены именными сертификатами за участие в коллоквиуме и продвижение жизненных ценностей РУДН.